Первое представление «Золотого цирка» Юрия Никулина проходило в Анапе с полным аншлагом. Этот цирк приезжает в наш город-курорт третий сезон подряд и каждый раз с новой программой. И этот год не исключение. Мы представляем зрителю, анапчанам и его гостям программу, которая называется «Полет над Вселенной». Это юбилейная программа. Нам 10 лет. Передвижному цирку «Шапито» на 2000 мест с роскошными креслами, с кондиционерами. И снова мы в Анапе. Приходите, не пожалеете, в старый цирк на Цветном бульваре. Открыли представление воздушные гимнасты Наина и Анатолий Ярош номером под названием «Мужественная гимнастика на трапеции». Наина – обладатель приза «Золотой Карл», престижной награды Международного фестиваля циркового искусства. Каждое выступление на манеже – это яркое красочное шоу. Испанская коррида – это быки, послушные дрессировщику Алексу Насирову. Ребятишки вскакивали с мест, стараясь получше разглядеть и дрессированных морских котиков – Бусю и Маргу. Жонглер Сослан Суанов недаром именуется как «Сослан Великолепный». Ловкость рук и никакого мошенства показал зрителю клоун Артак Арутюнян. Послушная шляпа исполняла в его руках невероятные трюки. Клоун с первого выхода на арену установил контакт со зрителем. Представление длится 2 часа с одним антрактом, но проходит словно на одном дыхании. В восторге и взрослые, и дети. Очень нравится, очень понравились гимнасты, акробаты и жонглер с мячиками. Был чудесен, дети просто в восторге. Особенно классно коррида, вот. Наверное, я приду еще и не раз, вот, потому что очень интересно, эффектно, зрелищно, ярко. Мне вот понравилось, когда дяденька на цепочке разные трюки делал. Еще вот про быков, ну и вот, когда, как они прыгали там, ну и вот в клоун понравился очень. Цирк расположился в детском парке на берегу реки Анапки в начале Пионерского проспекта. Представление проходит во вторник, четверг, субботу, воскресенье, начало в 19:00.